Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и пришло, ребятки, время качать бать уроки с Скоробея, наш настурень. Жаль, не 18-й, очень бы хотелось, 5-й слотик, в который бы я поставил вот этот предмет, потому что иногда бывают моменты, что ты вжух и мертвый. Поэтому вот эти моменты контролирует только эта штучка, к сожалению. Ну ладно, что такое, не будем грустить, как говорится, справимся сразу прокачивать. Красавца. Да, скорость. Копье, не знаю, посмотрим по атрибутам. Ну что же, мы получаем почти 2000 здоровья, 14 тысяч здоровья, можно так сказать, округлить, да? Получается уроки 16 уровня. Мощно, сильно, ну, надеюсь, да, надеюсь. Вот эта вот ветка стоит уже немало, мы ее прокачаем в скидочку какую-нибудь в будущем. Ну и заодно усилим уроки, посмотрим разницу, да? Когда он просто получил бонус здоровья, когда он получит вот эту всю прямую ветку. До этого, как видите, я все забрал, потому что там не так дорого, ну, относительно того, что будет дальше, да? И нужно ли нам копье? Надо на это посмотреть и понять. Нет, не нужно. Все. А копье уже, кстати, на 15 уровне получается прокачано на максимум, если вы берете пул атрибуты, да? Бомбочка. Вот на бомбочку, да, нужно будет брать, если что, дополнительные. На дробовик нет. То есть у нас, по сути, готовые роки. Пул атрибутные, так скажем. Только по гранаткам его немножко не хватает. Где у нас будут дальше гранатки? Основная линейка, 2 атрибута. Идеально, идеально. Здесь боковая штука за 220 тысяч, ну это уже дорого. И скорее всего мы это брать не будем, потому что надо будет брать вот это вот за 180, ну потому что, ну это 15% урона. Согласитесь, да? Ну и здесь тоже в основной линейке, то есть в любом случае мы это все, наверное, в будущем прокачаем. То есть у нас как минимум будет еще 3 атрибута в гранату, а это значит, что перезарядочка и дальность у нас увеличится. Причем дальность, как видите, я не качал, по причине того, что, ну, я на роке играю в ближнем бою, от дальности гранаты... Ну, пользы я особо большой не вижу. Вот как-то так. А вот радиус, даже этот 1%, это мощь. Потому что радиус 6,9 на любом виде гранат. Имба. Вот как-то так. Все, берем роки и погнали в бою. У нас железная дорога, к сожалению, 12 минут, но это будет прекрасные 12 минут, я считаю. Скорее всего, мы, конечно, много киллов не набьем, потому что у нас нету бинокля, чтобы всех гениев видеть и догонять. Но у нас есть... у нас есть яд. И есть золотая граната. Гранета, ёпта. И бот. Это я кинул гранату или что это было? Пыщ, пыщ, пыщ. Сюда подошли. Сюда подошли, я сказал. Слышь ты, Брюсина. Вот гений больной, а. Ну просто гений больные. Что я могу сказать, ребят? Я когда всегда вижу эту штуку, у меня вот это... Ну ладно, я, конечно, понимаю, что это не всегда и... Ой, ладно, не будем о грустном. Погнали мы, наверное, в центр. К сожалению, на бочках не набивается. Так сказать, как это назвать даже? Стаки, наверное. Пыщ. Как же меня бомбит от этих гениев, которые вот нажимают эту фигню. Как же меня бомбит. Гранату хотите? Она, к сожалению, к вам не докатилась. Но я к вам докачусь и без гранаты. Ой-ой-ой, больно, больно, больно! Ты что ж такое, так больно бьешь, бобер? Ну, блин, ну... Что они там делают? Вот что эти больные животные все это время снизу делали? Вот дегенераты. Почему? Почему так не повезло? Ай, бесит. Все-таки, наверное, стандартная карта будет для Рокки получше. Там эти гении хотя бы не такие быстрые. За счет ботинков. И они не могут вот такие вот... Ну, короче, сидели, ставили ловушки в кустах. Ну, вот... Ой, просто бомбит. Просто бомбит. Ладно, не будем о грустном. У меня гений против меня гений. Это надо уже привыкнуть, как говорится. Ну, и просто играть немножко более... Не так дерзко. Ну, блин, ну как на роке не дерзко играть? Ну как? Ну ты просто залетаешь, ты кидаешь эту гранату. И нифига. Они все увернулись. Ох ты, ехидно. Отбрасывать. Главное было отбросить. А для нас главное залутать гранату. Да, это главное. Киллы сделаем, конечно же. О, как же приятненько. В это все тут закидывать гранатки. Кайф прям какой-то ловлю. Правда, промахиваясь, вот этот обидно немножко промахиваться. Так, ну что-то мы здесь словили. Ботика добиваем, конечно. Тут что-то себе... Позволяют многое очень. Пчелы всякие разные. Бобры. Блин, какой же он был. Вот смотрите, у него еще регенерация идет, да?
Пыщ. И что, яд добил или что? Я просто не понимаю, что их добило. Немножечко не понимаю. Ну, да, яд добил, офигеть. Или граната моя случайно кинутая, которая докатилась. Ну вот как-то так. Ну тут противники были слабые, да. Вот против сильных противников сложновато на руке. Они не собираются в одну кучу, а маневрируют там все дела. Делают движ, и из-за этого сложно их словить, чтобы вот гранатой там под ярость вот закинуть прям. Ну, короче, вы понимаете, да? Сложное дело. Вот так, имба. Просто имба. Вот, кстати, на Роке бы выпустили скинчик, было бы хорошо. Так-то. Его бы точно многие купили. Потому что, ну как это, на имбе без... На имбе с красивым скинчиком это вдвойне кайф. Поэтому... На Альпаку там есть вот скин Дарта Вейдера, да? На Нику там что-то вроде выпустили паладина какого-то. В общем, им бы надо на скинчики на имбу выпускать. Так, чтобы, так сказать... Ну, короче, разрабы гении, они не хотят делать адекватно. Вот они могли бы сделать адекватно. Кстати, я, походу, добил. Но не хотят. Я не знаю, почему. Вот знаете, они могли бы, как в этих всяких других играх, взять и перебалансировать раз там в полгода персонажи. То есть, каких-то супер... Делать персонажей каких-то супер имбами. Потом их, ну, до средних возвращать, да, через полгодика. Пусть полгодика будет супер имбы. И вот за эти полгодика можно продавать скины на этих персонажей. Ну, короче, вот понимаете, схема рабочая, идеальная. И игрокам хорошо, и разрабам хорошо, всем хорошо, но эти гении не могут это... Вот просто скопировать не могут хорошие схемы с других игр. Ну, это че сложно. Ну, каким нужно быть гением, чтобы скопировать не мочь? Ну, они все равно не могут. К сожалению. Ай, да. К сожалению, скопировать не могут. Там против нас Нико. Чё, победим или не победим? Все будет дело в гранате зависеть. У кого будет граната, тот победил. Ну, посмотрим. Да, посмотрим. Я бы на самом деле отбежал бы от этого Нико. Я не хочу с ним сейчас драться. Плюс у меня сейчас нету бинокля, я не вижу, что происходит. Я бы хотел бы, конечно, немножко отойти. Но вдруг нам повезет, и мы их сразу задоминируем. Это будет полезно. Нам повезло, и мы сразу доминировали. Нико почти сразу откинулся. Почти. Мне сейчас просто нужно гранаткой додушить и не умереть заранее. Ну как ты достал? Там же текстура блочит. Ну почему граната на... Какой капкан? Да почему эта дичь произошла? Ну? Да блин, какая дичь просто. У меня слов нету. Капкан! Откуда? Капкан! Откуда? Просто дегенераты. Зачем я их спасал? Пантерка, прости, братиш. Прости меня. Ты тебя подставил. Ну, хилься, живи. Я две аптечки подал, если что. Ну, видели? Просто берсерк активировался тогда, когда... До свидания, Лир. До свидания. Прыгаю сейчас на автоатаке, потому что нет смысла целиться. Они все бегают. Ой, как же меня бомбит. Все, затащили вроде как, да? Что это было? Капибара, ты меня достал. Я понимаю, что ты имба, ну давай это, заканчивай свою имбовость. Он просто от каждого моего удара уворачивается с гранаты. Он, видите, он просто бегает, урон не наносит. Мне вот это вот бесит в этих гениях. То есть они теряют там x2, x3 урон просто потому, что бегают. У вас это урон. Ё-моё, надо мне им заняться. Потому что если не я, то кто? То кто? Промахнется по змее. Кто это сделает? Кто промахнется по змее? Кто это? Это я. Все, дожали мы змею. Вы там выживете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там у меня же были аптечки. Почему ничего не... Почему не отхилился? Бесит. Моя гениальность меня бесит. А, как же меня бесит. Хилься, живи. О, как же меня пантера дважды спасла. Как же она меня дважды спасла, просто нереально. Пока я... Ну, я, конечно, перебыковываю, это да. Где-то, вроде бы, по ощущениям, должен был отхиливаться от бака за счет регенерации бомбира. Но не отхилился, понимаете? Не отхилился, и все. Ну вот, ну не хватило регенерации, и все. И бомбит. Да хорош меня капканами душить. Ну, душнилы. То есть я вот использую... Эту штуку? Блин, он все равно вернулся. Он все равно увернулся, понимаете? Я вот использую эту штуку, чтобы выходить с контроля, чтобы не получать дополнительный урон, да?
То есть я это использую штуку как надо. Для чего она вот, кстати, и хороша годится. А эти гении просто, чтобы не побегать, используют. Понимаете? То есть никакой пользы у них... О, ну, видите, да? Что эти гении с этой штукой делают? В зону убежать. Больное животное. Он сейчас умрет в зоне, да? Не, вы посмотрите. Ой, какое копье было. Ладно. Пантерка просто дважды за счет дефибриллятора меня спасла, я вытащил бой. Но это были обе мои ошибки, поэтому... Поэтому вот так вот. Если ты ошибся, то ты ошибся, да. Ну, бывает. Ошибаться лучше не стоит, все-таки. Все-таки лучше играть более как-то адекватно. Но когда ты на роке, адекватность куда-то уходит в левое место, и ты начинаешь просто рука-лицо ломать, крушить черепа и все остальное. Думать очень не хочется, хочешь нажимать на кнопки и ломать все, что шевелится. Примерно так это выглядит каждый раз на роке. Поэтому вот, немножко грустно. Попытался шугануть Луи, но сойдет. Главное сейчас подлутаться аптечками, потому что вот. Что драться, если будет нечем, то смысла от этой драки не будет. Гений на Яре с кофем. Зато убежал. Гений. Умрет от другого слева. Зато убежал от меня. Ха-ха, мы же гении. Ладно, шучу, конечно, ребят. Возможно, от меня умрет. Вот, кстати, новый скинчик, смотрите, да? Блин, как же с ним сложно. Как же с ним сложно просто. Стоп, фламинго не ожидал? А, да, Рокки умеет прыгать, как неожиданно. Неожиданная судьба. Что, Луи не ожидал? Это тот самый Луи, который от меня убежал. Это вот те гении. Это Таяра гений, который от меня убежала. И что-то многовато, вам не кажется? У меня пофиг. Многовато, это значит хорошо, а не значит плохо. Понимаете? Теперь он прибежал, умер. А логика какая? Умер сейчас, умер минуту, две минуты назад. Какая? В чем смысл? Вот в чем смысл было? Вот это Яры, вот отсюда убежать, да? Чтобы умирать здесь. Чем он сам пришел, умер. В чем прикол? Мы добьем без дополнительного оружия. А, уже добили. Ну ладно. Тогда ладно. Печалька. Вообще гранату не досталось. Вообще до слез. Сейчас заплачу. Ладно, не заплачу. Не сегодня. Эх. Грусть, печаль, когда все киллы не тебе. Ну точнее, часть киллов не тебе. А хочется себе. Очень хочется. Все потому что... Не хотят они от меня умирать, хотят умирать от других. Убегают куда-то, веселятся с другими. От меня убегают. Эх, печаль. Ладно. Не будем о грустном. Вообще, в роке имба. Чем выше уровень, тем более имбовый становится. Конечно, если рассматривать игру на 1000 рейтинга. Да. Но если рассматривать игру, конечно, на более высоком рейтинге, там совсем другая игра. Ну как совсем другая? Там уже все должны играть так же, как вот условно я играю, да? К примеру. Ну то есть кнопки хотя бы не... Нажимать кнопки и держаться вместе. Ну, хотя бы так. Я уже не говорю о том, что нажимать кнопки хорошо, там, быстро, качественно, в нужный момент нужную кнопку. Ну, короче, сами знаете, да? Про это даже разговора нет. Разговор чисто про то, чтобы хотя бы кнопки нажимали. Это 1600 рейтинга, если что. Там этого хватит, чтобы на имбах тащить. Ну, хотя бы по одной-две имбе в команде, и вам, в принципе, норм. Конечно, если вы там фулл имбы хотите, ну, дело ваше. Ладно. Чё, мы победили? Очередной гений где-то прячется. Спасибо ему за то, что тянет бой на лишние 3-4 минуты. Да-да. Спасибо, гений, что ты есть в этой каточке. Как же без тебя мы бы поиграли в этом бою? Я даже не знаю. Возможно, киллов было бы больше. Но, к сожалению, этот гений куда-то сбежал. Тоже, ребятки. Рокки, Скорпион, 16 уровень. Прекрасный имбовый друг. Который спокойно делает киллы, нагибает и все остальное. Поэтому его используют для абуза. Кстати, давайте посмотрим, вот тут ребята, которые 1200, они вот вроде бы абузят. Да, они абузят. Ну, кстати, вот видите, Джейд, помните, там был 300 или 500 рейтинга, уже 860. Ну, то есть, как минимум, часик-другой поабузилась, да, Джейд. Рави, кстати, вот странно. Ну, может, не играет, просто не знаю. Нику, кстати, 400, наверное, вчера сливал. Сливайте рейтинг, ребятки, с 4 часов до 5 часов дня по МСК, по Киеву, потому что тогда лучше всего это делать. Тогда сложные соло-бои вулканы, вы в них заходите, сливайте там
11 рейтинга, 9. Ну, короче, зависит от вашей... Чем ниже, тем хуже, да? Но там максимально сливается. И там максимально быстро. То есть зашли, секунда боя и все. Плюс можно еще киллы набивать, если вы... Ну, если у вас активный навык набивает. Ну, короче, не суть. Может, еще на чем-то сливает? Мне просто интересно, на Рокки он сливает? На Рокки 1200 вроде не сливает. Ну, вот как-то так. Набивают ребята, то есть через Абуз, Джейд, Рокки, Нико. Вот такой вот треугольник Абуза. Используйте, как говорится, все в ваших руках. Все, на этом будем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте и всем пока-пока.